из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры расскажет рокер Волощук. Добрый день, уважаемые любители рок-музыки. Стройка пока еще продолжается. Пока продолжается, но уже видны контуры будущего центра русского рок-н-ролла. Видите, уже все, уже кровля пошла, уже все четко. Внизу режиссерская, сам зал репетиционный, а наверху комната отдыха. Вот так. Вот так все продумали. Ну, рассказывайте, как дела? Нормально. Не страшно там наверху? Нет. Ничего не боитесь? Правильно, когда я рядом, ничего не боюсь. Ты что, звони, я тут на месте. Да? Если будет кто-то обижать. Ничего не бояться. Вот такие вот у нас вот строители. Ничего не боятся и правильно делают. Настоящий рокер и его помощник не должен бояться ничего. Мужики! Мужики! Когда будем новоселье справлять? Говорите! Скоро. Там уже проглядываются контуры будущего дворца рок-н-ролла. Да. Молодцы, скоро, давай. Держитесь там только. Не падайте, только будьте осторожны. Хорошо. Смотрите, технику безопасности соблюдайте. Да, обязательно. Приехали с инспекционным контролем на строительство дворца рок-н-ролла. Работы идут без остановки. Идет штукатурка поверхности. Цоколь уже камнем отделали. Видите, красота? А на вот этой отштукатуренной поверхности мы сделаем прекрасное граффити. Наймем лучших наймем московских мужичков, которые умеют разрисовать все в рокерском стиле. А потом сделаем на фоне этого прекрасного граффити, прекрасного дворца рок-н-ролла, дадим стрим какой-нибудь, концертик, а? Во будет, а вы говорите, все будет хорошо. Вот они, красавчики. Помните, в мускуле в первом классе проходят? Гуси-гуси, га-га-га, есть хотите, да-да-да. Или наоборот. Жили у бабуси два веселых гуся. Один серый, другой белый, два веселых гуся. У нас сольфеджио начиналось в первом классе. С вот этой песенки. Вот они, красавчики. Ну, здорово, мужики! Как вы тут? Не мерзнете, а? Молодцы! Если работник мерзнет, это плохо. Значит, ленится. Пока не мылись, сейчас нам ванну. Смотрите. Работа некоторые положена. Надо быстрее завершать. А то там поклонники ждут, когда мы начнем играть. Не могут дождаться. Давайте, мужики, проникнитесь ответственностью перед мировым рок-н-роллом. Вот оно, главное место, где будет происходить основное действие музыкальное, где будут идти репетиции и съемки различных стримов и клипов. Репетиционный зал, потолочек 3,80, чтобы звук был объемненьким, такой хороший, чтобы звук был, висел в воздухе, но не отражался. Чтобы не отражалось, мы сделаем здесь хорошую звукоизоляцию. Гашение такое будет звука. И полы будут ковролиновые с коврами, чтобы звук не болтался здесь, не летал. То есть все будет сделано по уму, не переживайте. Все будет так, как доктор прописал. Ну вот, все вам рассказал. Докладываю практически через каждые 3 дня. Оно же растет не по дням, а по часам. Вот это сооружение. Поэтому через каждых 3 дня я делаю съемочку и вам докладываю аккуратно. Чтобы вы не сомневались, что мы идем в нужном направлении.
Трудятся люди, не покладая рук. Делают плиточку для отмостки. Видите, красивую такую. Чтоб дождик не заливался под фундамент. Все по уму. Вон они. Лучшие люди. Пойдемте. Ну все великолепно. Все идет по плану. Как было задумано. Ну что скажете, как вам? Небольшой домишко, а уютный. Всем будет места хватать. И с музыкантом, и звукорежиссеру, и туалет, и комната отдыха, и постирочная. Все есть. И еще и наверху спальни будут, где можно будет отдохнуть перед тяжелыми боями концертными в Крокус-Сити-Холле. Будем туда готовиться. Ну, Рожа, как ты тут? Не скучаешь, а? Не скучает, говорит. Наоборот, говорит, скучаю. Хозяин, скучаю. Когда ты так редко приезжаешь? Все, что ты так редко приезжаешь-то? Ну, а что делать? Репетиции. Репетиции, рок-путешествия. Песни вам, клипы снимаем. Когда? Ну, приходится раз в неделю приезжать. Чаще не получается. Из жизни русской профессуры. Из жизни докторов наук. Истории вам без цензуры расскажет рокер Волощук.